Салют, друзья! С вами Никита на видеоканале Видео 360 Актобе. И сегодня мы находимся с вами в центре города, именно позади Акимата, по улице Пацаева. И знаете, сегодня я стоял в пробке, и вот мой взгляд упал на вот это вот здание. Я всегда думал, что это какая-то закрытая территория, либо кафе. А оказывается, всего лишь цветочный магазин. Хотя всего лишь это мягко сказано, здесь необычайно красиво. Посмотрите сами, сколько здесь цветов, какой здесь живописный маленький парк. Я еще никогда не видел таких цветочных магазинов. Посмотрите, даже есть колодец. Так, ну давайте теперь зайдем в сам магазин, посмотрим, что здесь есть. Здравствуйте, добро пожаловать. Добрый день. Меня зовут Никита, я с видеоканала Видео 360 Актобе. Очень приятно. Не могли бы вы провести небольшую экскурсию по магазину? Да, конечно, можем. А, здесь у нас, смотрите, клумбы, цветы, есть орхидеи, много разных коробочек, с которыми можно составить композицию. Там у нас живут очень толстые золотые рыбки, мы их хорошо кормим. Давай, они толстые. Да. Вот. А вообще мы занимаемся цветами, срезкой. У нас очень много разных цветов. Мы привозим их напрямую из Голландии. Они всегда свежие, у нас всегда разные. Составляем эксклюзивные букеты. Любые композиции, оформляем свадьбы. Создаем красоту. Да, действительно очень красиво. И, да, а за парком вы ухаживаете сами? Мы сами, да, ухаживаем. Я немного прогуляюсь по территории. Спасибо. Конечно, за небольшую экскурсию. До свидания. Да, друзья, действительно очень интересное и красивое место. Советую тут побывать, либо просто зайти, посмотреть на этот магазинчик, посидеть на скамеечке. С вами был Никита на видеоканале Видео 360 Актобе. И сегодня мы побывали с вами в магазине цветов Орхидея. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. До свидания.